Всем привет из Алании. Понедельник, рынок Воба, у нас время 10 минут пятого. Это вторая часть. Первая часть, посмотрите, кто не видел, она уже вышла. И продолжаем мы идти по рынку. Делаю почему в нескольких частях, потому что больше 15 минут видео, оно грузится по 8-10 часов. Это просто нереально, поэтому лучше я сделаю две части. Больше людей увидит, когда две части разные. Вот по 6 лир мушмулан, она немножко похуже по виду. Я купил по 10 в первой части. 5 лир такая шелковица. Ну там грамм 150, вот по 10 мушмула шикарная, которая. Короче, уже есть мушмула даже и по 6. Кто приезжает, никогда не ел мушмулу, обязательно попробуйте. Много витамина С, много витамина А. Она полезная для зрения, еще для кучи всего. И в конце концов она очень вкусная. Авокадо по 15 лир, по 17 даже. Они гигантские, но цена тоже. Вот по 3 лиры даже уже мушмула есть. Сезон мушмулы начался, и полным ходом она повсюду. Так что мушмулу уже будем есть мы как минимум месяц, я думаю. 5 кабачки, 4 огурцы. Ладно, давай я, вот эту штуку, как мне сказали, ее жарят так, как шпинат. Вот эту вот травку, я не знаю, как ее назвать. Ой, как много мушмулы, много шелковицы. Начинается сезон шелковицы тоже. Больше всего шелковица растет в кистеле, по моим наблюдениям. 6 помидорки такие маленькие. 3 баклажана, 30 рублей. 30 рублей, 11 украинских гривен. Такие вот баклажаны дешевые. Четыре цукини. Пятьдесят лук. Я минут делит. Девять и 10 бананы. Куча арбуза в первой части. Я уже сказал, что арбузы они реально с этого сезона, а не с прошлого. Они в Иране начинают спеть раньше, чем в Турции. И, скорее всего, они иранские сейчас здесь. Мандаринок я что-то не вижу сегодня. 5 лир апельсин. 5 лир мушмула такая, более-менее нормальная по 5 лир. Ну, по 10, конечно, лучше, но разница все-таки в цене в 2 раза. 8 арбузы. Никак к египетской цене не приближается. Арбузы дорого стоят пока что. Египтяне, я забыл, там уже по 2 лиры, по-моему, если на турецкий переводить. Клубника шикарная, 10. Клубники много, но она везде по 10. Возможно, это из-за того, что довольно много еще туристов в Алании. Еще, я имею в виду, что еще россияне не выехали. Дальше уже которых не будет. Как минимум месяц или два. Вот такая гигантская картошка. Вот, три картошки я в прошлый раз купил, и кило 800 они весили. Три картошки, кило 800. Так, здесь у нас наш товарищ из Туркменистана. Привет. 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 Я все пытаюсь выучить, почему финики хурмой называются. Беспорядок такой. Финики это не хурма. Даже по-турецки финики хурмой не называются. Почему хурма написано? Я потом отдельное видео еще сделаю на эту тему. Хурма это хурма, а финик никак не хурма по-турецки. Вот смотрите, вот это тоже, это не хурма, это финики, это реально финики. Почему они хурмой называются? Вот хурма сушеная, кстати. Вот это хурма, правильно? Вот хурма. А это финики. По-турецки они не хурма, они по-другому как-то называются. Турецкая хурма. Почему хурма? Турецкая хурма? Турецкий. Ну, это типа как диалект. Турецкий имя хурма. Да? Да, он видишь, на русском. Я уже переводчики начинаю искать, и все, хурма, я не могу никак понять. А это тоже финики, да, или нет? Вот это.
Вот это хурма, да? На турецком хурма это переводится финики. В том-то и дело, что нет, я уже словарь даже залил. Я принесу в следующий раз бумажку, я забыл, я выписал. Там названия разные. Короче, я пока запутался все больше. Приходите к нему, у него вкусный. А как же тебя будут видеть, если тебя не снимать? Ты же похожего товара. Его снимать. Да, его снимаем. Хорошо, хорошо. Вместе. Орешки у них разные. Я там в переводчик как полез, я вообще там запутался еще больше. Видишь, видишь? Посмотри, посмотри. Куда? Ахмед. А. Турча хурма по-турецки, как вот, финики, это хурма? Турецкий. Имя хурма. Турецкий имя хурма. Название, хурма. Название хурма. А, все. Битты. Джинджер. Ананас. Ой, сколько всего там вкусного. О, привет. Как много яиц у него. Яйца вот домашние, наверное, или не домашние. 30 штук. А, 17 лир лоток получается. А в магазине они стоят... Ой, а сколько же они стоят в магазине, блин. Только вот покупал на днях, я просто не помню. Это сушеный помидор. 50 лир кило, он очень-очень вкусный. Кило 8 лир, красивые апельсинки. Где кебаб? Короче, тема хурмы остается открытой. Дело в том, что финики не хурма на турецком языке. Вот в чем дело. Поэтому это я еще буду выяснять. И даже отдельное видео на эту тему мы сделаем, потому что это очень интересный вопрос. Я сам вам долго доказывал, что финики по-турецки будут хурма. Но нет, нифига. Будем еще выяснять, почему они их называют хурмой. Так, здесь это как-то изменилось с точками. Где наши дядьки с часами? Вижу их. Айва, 5 лир такие бананы, 5 лир штука синяя капуста, это вот по 30 лир и по 50. Вещевой я пройдусь, я постараюсь еще пройтись по вещевому, вещевой еще будет. По 3 баклажана, полно баклажан, сезон баклажан, тут арбузы по 7, это красивые, киви 10, клубника, клубника 10, это горошек, мраба, это горошек, наверное, если я не ошибаюсь, здесь, конечно, фасоль, но, хотя нет, это не горошек, это фасоль, мраба, тоже по 3, по 3 огурцы, по 6 маленькие, 8 помидорки, 15 киви, миндаль зеленый. Так его едят солью 20, я не ел. Это клубника 10, эта цена просто лежит на шелковице. Вот дыньки тоже, видите, какие-то не этого сезона, возможно, иранские. Вот папайя какая. Гигантская папайя, но она не может быть невкусной, она шикарно выглядит. Грейпфрут 5, апельсин раба, апельсинки. А папайя на кадар? Папайя ермандера. Ермандера 20 лир папайя. Пока что у нас 4 апельсинки, а мандаринки? А, кстати, мандаринок и нету. Я сегодня еще мандаринки не видел, по-моему, вообще. Сезон заканчивается, мандаринки. Ну, где-то есть, конечно, но что-то я вот реально мандарин сегодня, мне кажется, еще и не видел даже. Так, у наших пацанов сегодня клубника 12,10. Мраба. Яблочки. Сейчас яблочки у них на... Ой, тыкву я не видел опять, блин, мне тыква. Мраба. Тыква нужна была, блин, я тыкву не видел еще сегодня. 12,10. Пахнет. У них всегда клубника супер. Всегда самое вкусное. Яблочки по 4. По 4, по 4 разных сортов, разных видов. Мраба. Так, а где же взять тыкву? Теперь у меня вопрос стоит так. Если я возьму тыкву, то я возьму яблоки, потому что тут лук по лире. Я купил за лиру 50. Мушмула здесь была по 5. Дыня 5 штучка маленькая. Здесь 10 лир эта штучка, тоже цена за штуку. Здесь артишоки.
Можно я помолчу минутку? Спасибо. Так, мне надо еще много купить. Пацанов в овощах еще мне надо будет всего купить. 8 кило лир от капуста, брокколи. Морковка 3,50. Штука 5 лир такого чесночка. Капуста брюссельская, мраба. Капуста брюссельская такая вот упакованная. Так, редиска есть, горошек зеленый уже чищенный, артишоки, 5 лир штука, но не чищенный. Ну, в принципе, я думаю, можно его ножом обпилять до вот такого состояния. Я думаю, это не сильно сложно, если у вас нож хороший. Так, сейчас я к ним приду за морковкой, за свеклой, за зеленью. Привет. Привет, привет, как дела? Блин, я, прикинь, забыл бумажку про хурму, я уже полез в переводчики. И я запутался еще больше. Короче, финики на самом деле не хурма на турецком. А мне сейчас они опять доказывали, что финики это хурма. Нет. Что за бред? Ну, они просто так говорят, что продать. В смысле, что человек дурак купит финик за хурму, да. Что ли? Как? Люди, вы есть такие дебилы, кто купит финик и подумает, потому что это хурма? Не знаю. Как не знаю? Одно, ну ж видно, что такое финик. Финики же все знают. Ну, они же так его как-то сушат. Какой-то бред. А хурма будет хурма-си или хурма как-то так, так и будет, да? А финик будет та... Ой... На «т», по-моему, да. Слово как-то. И, да. А так, ну, короче, я в следующий раз еще бумажку возьму. В общем, что-то тут не то с финиками. Как у тебя дела? Да, плохо. Вообще нет. Россия нет? Вообще. Тут одна моя зрительница с отеля «Аджар», она, интересно, приходила к тебе или нет. Она все места обходит, которые я показываю. Ищет мои магнитики. Привет вам большой. Пусть пройдет от тебя. У меня вообще бешеные скидки, короче. Вообще туристов нифига нет, да? Что, реально одни россияне должны были отдыхать, да, и все. Украина единицы, Беларусь. Так что приходим к Ромчику, сладости все вас ждут. Да. Обалденно много всего. Пахлава. Коробочка. Она правильно баклава называется все-таки, или пахлава тоже возможно слово? Баклава на турецком. Пахлава на... Пахлава типа... А, пахлава у вас так и будет, да? А, это ж... Но то, что носят на пляжах на Кавказе, это не то совсем. То совсем не то. И специй куча. Все есть, все есть. И сувениры, и подарки, и кофе турецкий. Все на подарочки. И соус гранатовый. И все, все, все. Так что Рома вас ждет. Давай увидимся. Помидорки сушеные. Еще раз показываем. 10. Смотрите, сейчас ВАЗ-101 и в Карафуре авокадо. Есть они там дешевые, может быть, не всегда есть, но часто очень бывает. По 4, по 5 лир сейчас в супермаркетах авокадо, потому что на рынке они сейчас, вы видите, цены. Такие не дешевые. Килоши сыр, грейпфруты. 10 апельсинов. Ох, маски просто невозможно, уже дышать нечем просто. Люди, я реально не вижу мандарин. Мандарин, блин, вообще что ли нету сегодня? Такого не может быть, конечно. Ну, если есть, то они реально в паре мест всего. Так что, кто любит мандарины, покупайте мандарины, они последние. Собственно, граната мало тоже. Сезон закончился, граната. Все, хорошо, понемножку надо к морю. К морю, которое я не видел 2 дня. Все, теперь комендантский час. О, мраба. Жена не приехала еще. Сегодня как все ждем, ждем жену никак. Никто не хочет жениться на дядьке классном. Ну, елки-шпалки, ну. Питаться сладостями, орешками никто не хочет. Комментатор называется на русском. Слышали, да, как он меня? Не, на самом деле он хороший. Он меня любит, и я его тоже. Хороший, порядочный человек очень. И реально ищет себе спутницу жизни. Клубника тоже 10. Мраба. Ой, какие красивые. Боже, какие красивые манго. Вообще обалдеть просто. Почем не знаю, но не дешево они стоят. Это местные.
Афине. 4 лиры. Кстати, люди. Ну, возьму. Так, наверное, я с вами попрощаюсь. Это рынок ВОБа в понедельник. Потом я отдельное видео сделаю со своими покупками, потому что мне просто неудобно сейчас будет покупать это все. Спасибо за ваши лайки. Это вторая часть была. И будет еще вещевой рынок.